Новый информационный час на телеканале «Хабар-24» открывает Сергей Гергель. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев принял сумму Чакрабарти. Собеседники обсудили текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и Европейским банком реконструкции и развития. Говорили и о перспективах, в частности, о ходе реализации ряда совместных инвестиционных проектов. Кроме того, обменялись мнениями о развитии мировой экономики в контексте негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции. Сума Чакрабарти поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост президента Казахстана. Гость высоко оценил политические и экономические реформы, проведенные за это время, особо выделив концепцию слышащего государства. Господин президент, в первую очередь рад снова вас приветствовать в столице нашей страны. Насколько помню, последний раз ваш визит был в июле прошлого года. С того времени произошло много изменений в мировой экономике и политике. В последнее время много говорят о вирусе, о его влиянии на экономику мира, в том числе региона. Хотелось бы услышать вашу оценку по поводу коронавируса. Я уверен, что нам есть о чем поговорить сегодня. К сожалению, так оно и есть. В первую очередь хотел бы отметить, что рад нашей повторной встрече. Поздравляю вас с годовщиной президентства. Мы более чем уверены, что ваши знания и опыт, в том числе внешнеполитический опыт работы, поднимет Казахстан на новый уровень. Нельзя не отметить также ваши принципы слышащего государства. В свою очередь мы поддерживаем вашу позицию в этом отношении. Что касается распространения вируса, действительно сегодня все очень обеспокоены этим, так же, как и в Казахстане, так как последствия могут негативно сказаться не только на здоровье людей, но и мировой экономике. В Казахстане произвели ротацию состава Национального совета общественного доверия. В организацию включили новых представителей общественности и экспертного сообщества. Вот, в частности, ряды нацсовета пополнили председатель Ассоциации организации ветеранов войны в Афганистане Бакытбек Смагул, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, общественный деятель Шингис Мукан, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, руководитель движения многодетных матерей по Карагандинской области Лазат Кожахметова и координатор республиканского волонтерского движения Аймур Сабитова. В рамках ротации состав нацсовета покинули Аружан Саин, Арман Шураев и ряд других общественников. Напомню, Национальный совет общественного доверия при президенте страны был создан 12 июня прошлого года. В апреле пройдет его третье заседание. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева. Такое решение было озвучено сегодня в суде номер 2 города Семе. Во время судебного процесса защита предоставила немало материалов, которые могли стать основанием для его освобождения. Кроме имеющейся третьей положительной степени поведения, осужденный страдает серьезным заболеванием. По словам адвоката, у Джакишева выявлена гипертензивная энцефалопатия головного мозга. Болезнь прогрессирует и может нанести серьезный вред опорно-двигательной системе. Напомню, экс-главу Казатомпрома осудили в 2010 году на 14 лет за растрату вверенного имущества и коррупцию. 6 февраля этого года Мухтар Джакишев в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Добавлю, решение об условно-досрочном освобождении вступит в законную силу через 15 дней при условии, что сторона обвинителя не подаст на апелляцию. Абсолютно справедливо, абсолютно основано на нормах права. Рад тому, что суд наконец-таки услышал всю ту правовую аргументацию, которая была приведена в его адрес. Не оставил без внимания, надеюсь, ни один из тех доводов и аргументов, которые были заявлены. И, надеюсь, 19 марта Мухтар Кенч будет на свободе. Постановление суда в отношении Джакишева по его ходатайству не вступил в законную силу. Вступит в законную силу по истечении 15 дней после оглашения постановления. То есть 15 дней дается для прокурора, адвоката, для обжалования и принесения ходатайства. Если частная жалоба ходатайства не будет внесена, то постановление вступит в законную силу, и после этого только будет он освобожден из мест лишения свободы.
Руководителей больше 40 квазигосударственных компаний подозревают в получении взяток. По информации Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, они необоснованно размещали миллиардные бюджетные средства на депозитах в банках второго уровня, получая за это незаконное денежное вознаграждение. Так, в ходе проверок выявлено, что за открытие депозитов экс-глава Аграрной кредитной корпорации Министерства сельского хозяйства получил свыше 12 миллионов тенге от банковских сотрудников. Последние, в свою очередь, получали за операцию банковское вознаграждение. В одном из случаев оно составило больше 50 миллионов тенге, сообщили в антикоррупционном ведомстве. В настоящее время Сарыбаев помещен в следственный изолятор города Нур-Султан. Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Расследование продолжается. Бесплатную юридическую помощь начали оказывать в антикоррупционной службе по Акмолинской области. Жителей Кокшетау консультируют адвокаты, нотариусы, а также специалисты госорганов. Прием горожан в рамках проекта «Адал Кумек» ведется во фронт-офисе один раз в неделю. За помощью уже обратились больше 10 человек, отмечают специалисты. По их словам, больше всего население волнует вопросы социального характера. Узаконение земельных участков, строящихся зданий, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, а также уголовное и административное право. Наша задача повышать правовую грамотность граждан, населения, так как практика показывает, что зачастую они сталкиваются с какой-либо ситуацией, не знают, куда обращаться, как правильно подавать заявление и как правильно, какие компетентные органы точно обратиться, потому что вопросы бывают разные, на стыке разных государственных органов бывает, поэтому здесь нужно четкое такое направление и конкретная консультация. В Югорском районе Восточно-Казахстанской области не хватает специалистов в учреждениях образования и здравоохранения. Эту проблему местные власти намерены решать с помощью молодежи, обучающейся в вузах семьи. К примеру, в больницах и поликлиниках требуется как минимум 5 врачей разной специализации. В сфере образования ситуация куда сложнее. Школам не хватает больше 40 специалистов в числе преподавателей русского и английского языков, физики и математики. Нужны Югорскому району зоотехники, ветеринары и агрономы. Местные власти заверяют, в селе молодые специалисты будут обеспечены всем необходимым. К примеру, только в этом году из республиканского бюджета выделено около 100 миллионов тенге на подъемные и льготное жилье для 30 специалистов. Вопрос кадрового обеспечения для нас является одним из главных, ведь без квалифицированных специалистов нельзя двигаться вперед, проводить значимые проекты, развиваться. Мы готовы поддерживать тех, кто приедет работать в наш район подъемными и жильем. А если появится желание заняться животноводством, то и льготным кредитованием. Один турецкий военный погиб, еще один получил ранение при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, после чего турецкие войска также открыли ответный огонь. Отмечу, ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В свою очередь сирийская армия дала отпор. В результате военных действий Турция потеряла 34 военнослужащих, более 30 человек получили ранения. Напомню, Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. Тем не менее, странам удавалось договориться о прекращении огня. В ближайшее время президенты двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин планируют встретиться и обсудить проблему Идлиба. Катер с людьми на борту перевернулся на реке Амапа в Бразилии. В результате погибли 13 человек, еще 28 пропали без вести. Спасти удалось 46 человек. Сейчас на месте ЧП ведут операцию по поиску пропавших. Отмечу, судно совершало поездку между городами. Речные перевозки в этой местности более распространены, чем сухопутные. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил войну коронавирусу. В ходе заседания правительства глава государства потребовал от всех министерств работать в круглосуточном режиме и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. По словам Мун Чжэ Ина, на борьбу с COVID-19 направят 30 триллионов вон, или почти 25 миллионов долларов. Президент также извинился перед жителями страны за неспособность в короткие сроки обеспечить всех медицинскими масками. Он пообещал, что эту проблему решат в ближайшее время.
Кризис в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием. В дополнение к мерам, которые предпринимаются центральным штабом по борьбе с бедствиями, все государственные подразделения должны работать в аварийном режиме 24 часа в сутки. Между тем, на фоне вспышки коронавируса в Сеуле военные подразделения участвуют в дезинфекции города. Столичное командование обороны направило свои силы для опрыскивания улиц и районов специальным средством. Напомню, ранее Южная Корея сообщила о 600 новых случаях заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в стране достигло 4812 человек. 28 скончались. Во Франции одно за другим отменяют массовые мероприятия. Еще вчера речь шла о крупных событиях, а сегодня коронавирус заставил президента Макрона откорректировать рабочий график и даже закрыл двери самого посещаемого в мире музея. Как французы переживают эпидемию новой инфекции? Об этом репортаж нашего корреспондента. Редкое зрелище. Площадь перед пирамидами Лувра практически пуста. Немногочисленные туристы все-таки надеются попасть в музей, который сегодня закрыт. Лувр не принимает посетителей по инициативе его работников. В стране объявлен второй уровень эпидемии, который позволяет отменять посещение мест, где одновременно собирается больше 5000 человек. Коллектив Лувра этим правилом воспользовался, а другие монументы, к примеру, Эйфелева башня, для визитов остаются открытыми. Знаете, в Париже везде много народу. Нельзя просто закрыть Лувр и этим решить проблему. Я так думаю. Я думаю, что нет смысла. Есть много других мест, которые открыты. Будет там музей, концерт, матч по регби. Людям не запрещают в них участвовать, а Лувр закрыли. Я думаю, что это несправедливо. Несмотря на кажущееся спокойствие жителей Пятой Республики, две трети французов все-таки всерьез боятся коронавируса. Таковы данные последних исследований. Причем половина опрошенных старается свести все риски к минимуму, тем, что как можно меньше выбирается в рестораны и кафе, посещает массовые мероприятия и вообще старается как можно реже спускаться даже в метро. 190 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 смертельные. Если в одних регионах все по-прежнему, то в отдельных коммунах закрыты школы. Около 30 тысяч учеников в ближайшие дни будут посещать уроки в режиме онлайн. Мы находимся в ситуации эпидемиологической мозаики, то есть ситуация на уровне департаментов и коммун очень разная. Подход адаптирован к каждой ситуации, поэтому идет разница применяемых мер. Мы адаптируем их в соответствии с местными условиями и локальной спецификой, в сотрудничестве с медиками и представителями власти. Несмотря на растущую скорость распространения COVID-19, власти не собираются закрывать на карантин целые коммуны. Свободной циркуляции вируса в стране нет, заверяют врачи. Поэтому все меры безопасности направлены в основном на ограничение контактов уже заразившихся. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Париж, Франция. Ресурсный центр БКТ Отбасы открыли в Таразе. В нем будут оказывать комплексную помощь социально уязвимым слоям населения. Работать центр будет по 4 направлениям. Там жители смогут получить бесплатную психологическую, социальную и правовую помощь. В центре также можно пройти обучение по 5 рабочим специальностям. Слушателей курсов в дальнейшем планируют трудоустраивать. Главная задача сотрудников центра – оказание всесторонней помощи малообеспеченным семьям и многодетным матерям. На реализацию проекта из местного бюджета выделили почти 11 миллионов тенге. Преимущество этого центра то, что в центре будут оказывать эти услуги комплексно, то есть будет приходить семья, будет составляться социальная карта, будут обследоваться их семейное положение, и уже профессионалы, специалисты будут оказывать им разносторонние услуги, привлекая причем специалистов из других категорий. Если надо здрав, то это будет здрав, если надо будет образование, то это будет образование. В Уральске впервые многодетные матери представили свое творчество на выставке. Фруктовые и сладкие букеты, торты, пирожные, украшения, одежда. Все это сделано руками женщин, у которых по четверо и больше детей. Конечно, круг интересов и общения у многодетных мам на многие годы выстраивается вокруг детей, детсадов, школ и поликлиник. Но это осознанный выбор, отмечают участницы форума. Воспринимать нас как иждивенческий слой общества нельзя, говорят они. Многие женщины, пользуясь программами, получили
гранты, прошли обучение и сегодня ведут свой небольшой бизнес, зарабатывают, успевая посвящать время детям и семье. Инициатор диалоговой площадки – общественное объединение «Тугрым». Авторы проекта намерены организовать для многодетных семей консультации юристов, психологов, специалистов по ведению бизнеса. К слову, сегодня в регионе проживает свыше 7,5 тысяч многодетных семей. В дальнейшем мы хотим работать с мамами, с детьми, чтобы они могли сами себя обеспечивать, несмотря ни на кого, то есть вышли из трудной ситуации, помочь им приобрести что-то, помочь советом, то есть получается психологическую консультацию, также обучить какому-нибудь курсу. Я начала заниматься кондитерским делом в декретном отпуске. Стала печь на заказ торт и пироги. Я уже обучилась на нескольких курсах, сейчас уже немного зарабатываю, не сижу сложа руки. В Северо-Казахстанской области создали электронную базу данных об участниках Великой Отечественной войны. В ней собрана информация о героях, павших на полях сражений, тех, кто пропал без вести и вернулся с победы. В ходе поиска архивисты сотрудничали с коллегами из России, Украины и Беларуси. С помощью исторических документов специалистам удалось обнаружить новые имена 55 земляков, героев Советского Союза и 11 кавалеров Ордена Славы. Списки также дополнили фамилии 300 североказахстанцев, воевавших в рядах зарубежного движения сопротивления. Восстановлены и данные о военнопленных бойцах 314-й стрелковой и 106-й национальной кавалерийской дивизии. Всего из северного региона в ряды советской армии было призвано больше 90 тысяч человек. Из них погибли 45 тысяч человек. Почти половина погибли. Первые два года войны было призвано более 70 тысяч человек. Мы, конечно, пытаемся восстановить именно этих людей. Но предстоит большая работа на уточнение. Мы рассматриваем имя каждого воина. 64 ветерана Великой Отечественной сегодня проживают в Западно-Казахстанской области. Каждый из них находится под наблюдением медиков и заботой волонтеров. В преддверии 75-й годовщины Победы мои коллеги в Уральске навестили одного из самых активных фронтовиков, общественного деятеля Хамзу Сафина. Аксакалу в этом году исполнится 95 лет. Хамза Абдрахманович на фронт попал в начале 43-го, пошел добровольцем, отказавшись от брони. Он тогда работал машинистом на заводской электростанции. 18-летие свое он встретил в госпитале после тяжелого ранения. Демобилизовался в 46-м и сразу окунулся в работу. На заслуженный отдых он ушел только в 80 лет, посвятив еще полтора десятка лет на пенсии общественной работе. Университетами жизни стали и война, и тяжелый труд. Но прежде всего люди, считает ветеран. В жизни мне попадались хорошие люди, говорит он. Да и судьба берегла. Мы, конечно, никакой молитвы ни мусульмане, ни русские не знали, но мы молились. Я, например, про себя молился, ну, думал, если меня убьют, как моя мама это переживет? Но были солдаты, у которых дети. Ничего нету выше мира. Ничего нету дороже. Ни один ветеран не обойден заботой и вниманием, рассказывает молодежь. Волонтерские отряды взяли шефство над каждым из фронтовиков. Каждую неделю их обходят работники медицины и социальное обеспечение, которое проверяет их состояние, их выявляет их потребности и в случае необходимости оказывает им помощь. Кроме того, в рамках акции «Ардагилдер Актаик» ветеранов войны и ветеранов труда на дому посещают наши молодежные волонтеры. Они по своей инициативе оказывают им помощь на дому. Участникам войны к юбилею Победы в области полагается единовременная выплата в 300 тысяч тенге. Денежные выплаты предусмотрены и для ветеранов труда. Отреставрируют дома и все памятники. Имена ушедших фронтовиков присвоят новым улицам. Ботагоз Базарбаева, Булат Жарылгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24. Республиканская военно-патриотическая эстафета «Мы наследники Победы» достигла берегов Каспия. В Актау прибыла копия боевого знамени 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Торжественная передача атрибута состоялась у мемориала «Вечный огонь». Участие в мероприятии приняли ветераны войны, военнослужащие Актауского гарнизона и жители города. Цель эстафеты – сохранение памяти о подвигах воинов-казахстанцев в годы войны. Церемония завершилась боевым маршем в драматическом театре. В театре имени Жан Турина состоялся концерт, посвященный 75-летию Великой Победы.
И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго.